продолжаю вязание новой майки. И в прошлых видео я вам рассказывала несколько хитростей и секретов, в том числе показала оформление разреза, интересный симпатичный узор, как его можно оформить, чудную планочку, и мы с вами выяснили, что такое двулицевое вязание, одинаково симпатичное и с лица, и с изнанки, выполненное на однофантурной вязальной машине. А сейчас я вам хочу рассказать, как можно имитировать выточку, то есть как можно решить вопрос посадки по груди без вязания реальной выточки. Но предупреждаю, что этот способ подойдет не для каждого полотна и не для каждого изделия. На толстых грубых пряжах этот способ не подходит. Также он не подойдет для тех изделий, где нужна филигранная точность. Ну, например, свадебное платье таким способом я бы вязать вам не рекомендовала. Это очень ленивый вариант, не профессиональный, но тем не менее очень эффективный и легко выполнимый даже тем, кто вообще не знает, что такое выточки. Смысл этого приема в том, что мы вывязываем перед длиннее спинки. Обратите внимание, у меня спинка ближе снизу лежит, перед сверху, и перед длиннее спинки на 5 сантиметров. Это раствор моей выточки, то есть перед мы вяжем длиннее на величину раствора выточки, и в процессе соединения эти 5 сантиметров мы аккуратненько присобираем. Поэтому я и сказала, что на толстых и грубых пряжах этот способ работать не будет, а легкие и воздушные легко примут излишки полотна, незаметно соберутся в шов и выполнят нам ту задачу, которую мы ставим перед выточкой. Также этот способ не подойдет для горизонтальных узоров. Если у вас будут горизонтальные полосы или ажуры с ярко выраженными горизонталями, этот узор, к сожалению, собьется. Поэтому вертикальные полоски, тонкие пряжи, летние изделия идеально смотрятся. Итак, делаем присборку. Зашили боковой шов и смотрим, что у нас получается. Абсолютно идеальная пройма. Обратите внимание, полная имитация полноценной выточки, а ее нет. Обычно, когда мы вяжем майку без, ну, любое изделие без выточки, у нас мешок, вкладочка, и то та часть полотна, которая находится под грудью, как правило, оттопыривается. Не изделие, а просто кладезь секретов. То не деталь, все с хитростью связано. Как связано, что у нас получается, я вам покажу в следующем видео. А полный мастер-класс вы сможете приобрести по ссылке под этим видео, но это будет в следующий раз.